Так, мы приехали в Крокус-Сити, океанариум. Постой, выйди с мамой. Угу. Вон там красивые эти, видишь, звездочки. А вот какие звездочки красивые, смотрите, шевелятся. Прячется, видишь, рыбка эта. Как-то она странно плывет. Вот поперек. Это раз плавают рыбу. Типа нет. Пойдем дальше. Обыкновенная крылатка зебра. Маленький. О, какая рыба здоровая. Я ее не вижу. Куда пошли? Девочки! А вот эту большую ты видишь? Да. Видишь, какая? Вот это сильнее, мам. На эту полосочку, да. Куда пошли? Это из розовой ночи. Угу. Вот из другой печи. Да. Опа. А вот здесь тоже большая. Вот смотри, какая пестрая сверху. Мне кажется, она надувает. Это фугу, наверное, да, пап? Похоже как-то, только она что-то пестрая. Вот это так ударит. Ага, маленький носик какой-то, да, рыбки хорошие? Мама, смотри, нас будет. Ага. Смотри, вот это рыба. Мама, вот, она прям в нос. Мама, пойдем дальше. Пойдем, пойдем. Вот видишь, как интересно. Ярослав, отойди оттуда. Ну, какая красивая, такая розовая рыба большая, да? Ага. Большие глаза, да, у нее какие? Какая рыба интересная. А вот какая приплывает перед носом. Угу. А вон там желтый плавает красивый в углу, смотрите. А? Что? Мама, смотри, какой нос. Они да. Буратины. Как у буратины? Вот какая белая, красивая плывет, смотри. Да, вот. Мне хочется до той желтой дойти. Ух ты, мама, смотри, какая. Угу. Хотите, встаньте на вас на фоне рыбок шелкну, встаньте. Встань, Никита. Девочки, встаньте. Посмотрите на меня, девочки, на маму. Даша, на меня смотришь? Все. Ты хоть маску снял? Там мы были уже, Даша. Пойдемте дальше. Даша, потеряешься. Хотела желтую рыбу поближе посмотреть. Пойдем дальше. Да, это мурена. Вот она какая страшная, боже мой. И вон их несколько, вон ворота открыли.
вот этот, вот, видишь, открывает рот, да вон он сидит. Мурены хищники, слышите? Их тут три штуки, видишь, мурены? А, вон желтый, какой черт. Это отражение. И вот еще мурена, видишь, какая это? Вот она прям. Попа плыла, смотри куда. Попа плыла, смотри. Можно. Смотри, какая красивая. Около нее рыбка. Ну пойдем посмотрим, где еще какие. Один, Никита. Ой, какие красивые, серебристые, да, рыбки? Да, да, были. А вон какая-то желтая опять такая же там плавает в углу. Ага. Вот она, желтая плывет. Красивая какая. Не, не надо нас, ой. Видишь, какие большие рыбы. Посмотрите, понравится, можно напечатать, не понравится, ничего страшного. Не, не надо, спасибо. Скат. Вот скат, да. Угу. Такой нос у него скат, какой-то странный. Какой-то странный скат. Вон какой прям косяк рыб, смотрите. Ань, посмотри на меня. Вот таким толстолобик какой-то. Да, о, да, вот скат к нам плывет поближе, смотрите. Это под другой скат видно. Ой, скат тут, и черепаха. Да. Какие-то рыбы поплыли. Вон черепаха плавает, да? Да вот, вот. Вон. Столько рыб прям над головой. Вот это вот страшная рыба, конечно. А вон та, большие две рыбины, что это? Да Аня где-то увидела. Сверху прям какой-то косяк рыб. Я вижу, да, большие. Видишь, там какие рыбы лежат? Не знаю. Да, да, и синие, вот эти пестрые. Никита. Ну, это мох плывет. Вот эти рыбы большие какие-то. Акулы потом мы увидим, акул. Кричите. Да. А эти прям так кругами, смотри, плавают, да? Пойдем туда посмотрим.